выхода на замену своих партнеров. Игбуны, по сути, играет сейчас полузащитник, возможно, даже опорного. Ну, а там впереди Кротов, ну, и Пурье. И разгоняется по правому флангу Кацалапа. Хорошая комбинация, и, возможно, вот она развязка. Кацалапов отдает передачу, и как Зинченко тоже идет скромно к центру поля. Ну, а забитый мяч там празднуют партнеры. Я, честно говоря, не успел сразу разглядеть, кто же это забил. Но сам гол получился действительно классным. И самое главное, у Амкара остается еще время отыграться. Кротов! Вот он, герой, бывший спартаковец, который забивает свой первый мяч за новую команду в этом чемпионате. И очень важный мяч. И молодец, Перевертайло. Все-таки в какой-то момент показалось, что он отошел от атакующей игры на оборонительную. Вовремя сумел перестроиться, так что успевает команда забить и второй в этом матче. 2-1. Все три мяча во втором тайме, который получается действительно классным и интересным. Раздеваются болельщики Уфы в честь своей команды в секторе. Ну, возможно, давно не разделись, я просто не замечал. Заслужили футболисты, чтобы чем-то даже жертвовали ради них их фанаты. Но Амкар продолжает что-то создавать. Здесь ошибается. Точнее говоря, недопонимают друг друга Юрченко и кто-то из защитников. Но вынесли мяч, и нас ждут горячие минуты. 89-е подходит к...